Сегодня мы завершаем процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Это поистине историческое событие. Мы продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений по вопросам границ. Убежден, что поставив точку в пограничных вопросах, мы заложим крепкий фундамент для прочного и уверенного развития и процветания наших будущих поколений. Хочу отметить вашу, уважаемый Шавкат Миромонович, неоценимую роль в решении важных вопросов по делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Особо примечательно, что такое знаменательное событие будет закреплено обменом ратификационными грамотами договора в рамках данного государственного визита.